Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в агроцентре Краснодар. В руках у меня эксикатор, в котором мы хранили куколок свекловичной минирующей моли. И в этом видео мы хотим показать, как происходит подготовка опытного участка сахарной свеклы под закладку инсектицидных опытов со свекловичной минирующей молью. Приятного просмотра! Мы выехали к полю сахарной свеклы, на котором должны создать фон вредителя. Вот этот участочек. В прицепе три ящика, в которых происходило размножение моли. Можем показать, вон куколка лежит. Ее, по-моему, видно достаточно хорошо, да? Вон она. Вот. Вот ящики, где происходило размножение. Следы жизнедеятельности видны. Точки роста убиты. Там тоже они весьма и весьма погрызены. Так что сейчас все это будет перемещено на поле свеклы. Итак, мы на поле, где нужно создать фон свекловичной минирующей моли. Занесли по краям, выставили ящики с остатками гусеницы куколок. А вот место, куда мы поместили наших куколок, из которых должны вылететь бабочки. Видите внутри тот самый контейнер с теми самыми куколками. Итак, процесс пошел.